Когда Виктория Карпунина пришла на вокальное отделение в детскую школу искусств, то была неуверенной в себе, стеснительной и зажатой. Постепенно девочка стала раскрывать свои таланты, выросла в вокальном плане. В этом ей помогают и конкурсы, на которые она ездит вместе с мамой практически каждый месяц. Репертуар Виктория подбирает вместе с педагогом, исходя из голосовых возможностей. Песни «Небо славян» и «Птицу в небо» саровчанка представила на двух крупных конкурсах – «Щелкунчик» и «Стар Степ». У меня вся семья поет, мне это нравится петь. А какие тебе песни больше всего нравятся петь? Мощные мне нравятся и такие плавные. У меня соперники там были сильные, тоже исполняли мощные и красивые песни. На международном творческом фестивале-конкурсе «Щелкунчик» Виктория исполнила две песни и завоевала гран-при и первое место. А на международном фестивале «Стар Степ» саровчанка выступила уже во второй раз. В том году девочка заняла второе место. Виктория решила попробовать свои силы еще раз, и ей удалось стать лауреатом первой степени. Также саровчанку отметили члены жюри. Участие в конкурсах дает Виктории Карпуниной уверенность, опыт и стимул развиваться дальше. Она девочка у нас способная. Все схватывает на лету. Петь ей очень нравится, поэтому она всегда все слушает, что ей говорят, быстро очень это схватывает, что облегчает работу с ней на уроке. Вот. И поэтому, в общем-то, есть такой результат наших трудов. Педагог с ученицей уже готовит новые песни для следующих конкурсов в январе и феврале. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.